Всем привет, меня зовут Толя, и добро пожаловать в мою кухню. Ребят, все вы знаете, что я очень люблю готовить быстро и просто. Еще одно вам простое, быстрое и очень вкусное блюдо из мяса. Сегодня готовим свинину в пиве. Итак, нам нужно 2-2,5 килограмма мяса, любого, какое вы любите, свинина или говядина, 1 бутылка пива, 100 грамм лука, пару веточек петрушки, пару веточек укропа и 1 веточку свежего розмарина. Соль, перец по вкусу. Ребятушки, все на самом деле до безобразия просто, минимум ингредиентов, но есть некоторые нюансы. Смотрите, свинину мы взяли с косточкой. Мое мнение, что именно в этом рецепте с косточкой свинина вкуснее. Нет, так нет, берете мякоть. Теперь натираем со всех сторон солью и перцем. Не жадничайте ни с тем, ни с другим. В общем, мясо мы наше обмазюкали со всех сторон специями, выкладываем его на противень. Теперь вообще проще некуда. Сверху кладем на него наши травы. Ничего никуда не надо запихивать. Итак, ребятушки, еще один момент. Вы в это мясо можете добавить чеснок. Можете не добавлять. Все по вашему вкусу. Следующий наш шаг. Мы лук режем полукольцами, тоненькими. Также сверху на свининку кладем. И последний шаг. На противень мы выливаем нашу бутылку пива. Нюанс еще один. Если вы любите более такой крепкий аромат, то добавляйте темное пиво. Если хотите получить легкий, то светлое. Мы добавляем светлое. Теперь накрываем все фольгой. И отправляем предварительно нагретую до 200 градусов духовку на 3-4 часа. То есть наше мясо под этой фольгой должно хорошо пропариться, пропитаться всеми ароматами специй, пива. И, в принципе, начать отходить от кости. Ребятушки, у нас мясо уже готово. Смотрите, очень много сока. Я уже разрезала, кусочек отрезала. Еще раз отрежу, покажу. Сейчас, секунду. Какое оно мягкое получилось и сочное. Мы измерили температуру внутри мяса. Оно у нас 73 градуса. Даже чуть больше, чем я хотела бы. Вот, собственно. Собственно, мы ушли это кушать. А вы не забывайте радовать себя и своих близких. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк под этим видео, под всеми другими нашими видео. Заходите на все наши паблики, в наши соцсети, все ссылочки в описании. Что вы больше любите? Контакт, Одноклассники, Инстаграм. В общем, мы есть везде. И не забывайте заходить на наш сайт, потому что там есть не только наши видео, но и все наши рецепты в текстовом виде, а также все наши новости. Вот. В общем, скоро увидимся. Пока-пока!